Востребованность сегодня в новых видах экспертизы, она общеизвестна. Пример возьмем такие виды экспертиз, как лингвистические, части оскорбления, прожигание розни и так далее. Мы идем всегда на опережение, не просто внедрили в практические подразделения новые виды этих экспертиз, но и сейчас освоили и внедрили новую учебную базу. Это отдельные лингвистические кабинеты, оборудование специальной техникой, которая находится в практических подразделениях. То есть слушатели, а я повторяю еще раз, это не только специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, но и экспертных подразделений из других стран, частные судебные эксперты, кто желает получить соответствующую подготовку и специальность, обучаются на тех самых современных комплексах, которые стоят в практических подразделениях иностранного производства. Это самая передовая техника. Компьютерно-технические экспертизы, радиоэлектронных устройств, фоноскопические экспертизы и многие другие, которые мы освоили в последние годы. У нас неразрывная связь между учебным процессом и практикой. То есть не должно быть такого, что внедрили новые экспертные исследования, а готовить негде. Поэтому мы говорим о уникальности этого учебного заведения. Такого нет нигде на постсоветском пространстве, что здесь аккумулированы все возможности для подготовки целого комплекса специалистов именно в судебной экспертизе. Такого нет нигде.